Так, что там еще было? Там был трек, мне, кстати, недавно написала какая-то девушка в ВК. Это вообще пиздец. Написала, короче, какая-то девушка в ВК и скидывает трек, а ты не хочешь. Который поэтому. И говорит, типа, чувак, ты исполнитель этой музыки? Говорит, я в ахуе, говорит, типа, расскажи мне, кто вы, что вы. Я говорю, да, короче, девчонка, это мы, группа Кротовуха, блядь, приходи на наш, нахуй, концерт в Питере. И, она, типа, написала целую пасту, целую стену, говорит, ибо, ребят, типа, не знаю, типа, вот, кто вы такие, типа, как вы там эту музыку сделали, но, типа, говорю, слушаю этот трек и еще какой-то второй, я не помню, какой второй, говорит, вот этот и вот этот два трека слушаю нон-стоп уже 2 года, говорю. Ой, бля. 2 года, типа, не могу, говорю, вы типа гении, ебать, как вы это придумали, как вы это сделали. И я такой думаю, ебать, нихуя, и чё я типа отвечать? Сказать как нет, как есть, типа, девочка, сорян, мы не музыканты. Когда сделали другие. Мы прикалывались. А наши ребята помогли нам приколоться. А потом подумал, ну ладно, я же не буду ей пиздеть. Хотя в натуре, значит, она так восхищалась группой, про которую пришла мне писать, как исполнителю, что я не мог ее расстроить. Я подумал, бля, может реально прикинуться. Потом подумал, ладно, пиздеть не буду ей. Потом я думаю, не буду ей пиздеть. Скажу, короче, как есть, что это вот нарезка со стрима, и вот этот тип сделал. А потом меня что-то такая гордость взяла, знаешь, за то, что, слушай, вот так если не знать, что это прикол со стрима, а потому что это просто такой вот трек интересный, да, с задумкой, то это даже тянет на какой-то, не то что артхаус, но на какой-то типа очень своеобразный проект, блядь, такой, прям, бля, ну, слушабельно. Мне так хорошо стало, я подумал, бля, сейчас я ей напишу, говорю, а с чего ты взяла, что мы не музыканты? Скажу, бля, мы вообще-то пиздец, какие творческие люди, у нас все есть, у нас рисунки есть, у нас смешно есть, у нас музыка есть, мы все делаем, мы творческие люди, мы объединение творческое, кстати, ничего не напоминаю, бля, ребят, я, чтобы не позориться. Ты столько в этой истории рассказываешь с пометкой, я думал, сейчас напишу это, потом думал, напишу то, да, мне да. Кажется, в конце написал, иди нахуй, такими почти, вопросами. Почти что, в итоге, короче... Пока я хотел ей что-то объяснить, с чего-то от нее добиться, я решил просто ей не отвечать нахер. Чтобы для нее это осталось загадкой и очень интригующим моментом. Потому что, ну зачем расстраивать девушку? Что я ей напишу? Спасибо, да. Ну спасибо, я ощущаю благодарность за то, что она выразила восхищение, поддержку вот этому треку. Его реально хорошо сделали, бля, нихуя себе, я ему прям в член просто, сорян за мат.